Кризис стройки не помеха. Сегодня в Краснодаре открылась международная архитектурно-строительная выставка «Югбилд-2015». На ней собрались производители со всего мира, в том числе и крупнейшие поставщики строительных материалов. Компания «Knauf» представила свои передовые разработки, стройматериалы и конструкции с особыми свойствами. Сейсмостойкие, огне-, тепло- и шумозащитные в 2015 году в новом формате. Мы сделали акцент на практическое применение наших материалов, и выставка проходит под лозунгом «Профессионалы собираются здесь». Она направлена действительно на профессионалов строительного дела, которые могут своими руками потрогать наши материалы, посмотреть, как они применяются. Эти материалы поставлялись строителям Олимпийского Сочи, а сейчас «Knauf» готова участвовать в подготовке объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Кроме того, в условиях импортозамещения рассматривается возможность строительства на Кубани завода сухих строительных смесей на основе цемента.